И снова здравствуйте. Совсем небольшое количество посылок. Будем открывать, будем посмотреть. Так, ну, распаковка такой посылки уже была. Да, то есть, если вы посмотрите в правый верхний угол, там будет значок информации и будет указано видео, где я их запускаю, распаковываю и показываю, как они катаются. На самом деле, очень классная полноприводная инерционная машинка. Делает их заявлена фирма, забыл, как называется, да, там обычно они стоят безумно много, да, в этом случае я положу две ссылки. Первая ссылка, они в розничной упаковке, ну, которая, в принципе, приходит мятая, порядка 1000 рублей за вот такой набор. Ну, и вторая ссылка, она будет без розничной упаковки, там чуть подешевле, порядка где-то там 900-800 рублей за вот такой набор. Смело рекомендую, берите, дети будут довольны. Собственно говоря, это откуда появилась, да, услуга «Бесплатный посредник». То есть, если вы живете где-то недалеко от меня, да, там, скажем, переделки на Московский, вы прекрасно знаете, какая беда у нас происходит на почте. Да, вы можете заказывать через меня вещи, это будет стоить рубль в рубль, я их буду получать на почте, распаковывать, да, делать на них обзор и отдавать их вам без очередей, без чего бы то, вот, каких-нибудь головняков. Если помните... Блин, ребят, ну он прям вообще на русском все написал. Мы, говорит, все оценили, все классно. Оставьте отзыв и все такое. Молодец, постарался. Значит, что это такое? Если помните, да, у нас в прошлый сезон гриппа, ну, масок не было просто по умолчанию. То есть, там бегаешь 10 аптек, а бежал, масок нету. Где они есть, они стоили безумных денег. Да, в этот раз я решил не дожидаться этого. То есть, у меня масок теперь дома много. Но вот я решил еще с Китая заказать. Здесь, по идее, должен был быть логотип. Логотипа нету. Не знаю, все-таки это то ли оригинальные перестали делать логотип. Там какая-то марка есть. Вот, ну, когда выбирал, я что-то про это читал. Сейчас, ну, что-то как надоело. Значит, в розничной упаковке каждая стоит каких-то разумных денег. По идее, они с углем. Ну, в целом, неплохие, по-моему. Давайте откроем прям. Не в розничной, а в индивидуальной упаковке. Я розничной, по-моему, сказал. Значит, железочка, да, придающая форму, да, вокруг носа есть. Все необходимое есть. Ну, уголь, судя по цвету, явно внутри присутствует. Прям, то есть, вот тут ни одна бацилла не пробьется через эту маску. Тут не знаю, в какую сторону. От вас или к вам. Запасайтесь. Если надо, запасайтесь, хуже не будет. Значит, по идее, ну, вроде как посмотрел, вроде не пострадало. Где-то при сортировке, судя по всему, вот видите, что произошло. Сейчас подробней. Сейчас подробней посмотрим, пострадало или нет. Видите, царапина. То есть, судя по всему, из-за этой царапины надо с продавцом открывать спор. Беда, печаль. Значит, в нашем случае это Несси, половник. Да, то есть, вот, если его опустить в кастрюлю, он из нее будет торчать как голова. Да? И брат Несси. Брат тоже чуть-чуть покоцался, ну... Вот, кстати, как это будет выглядеть из кастрюли. Да, это дуршлаг. То есть, вот как будет выглядеть Несси. Достаточно забавный черпачок и половничек. Не хочет только вот брат Несси стоять, не хочет его... Ай, бумажка вот эта вот перевешивает. Несси стоит без проблем. А есть у них, по-моему, еще
мама Несси, она, ну, большой половник, такой черепак для огромной кастрюли. Вещь достаточно интересная, смотрится в интерьере, да, вполне мило, в самом супе, там, да, борще тоже будет смотреться хорошо. Ну, почему нет? По запаха никакого страшного нету, судя по упаковке, это что-то, ну, прям вот на серьезном заводе сделано. Так, ну и менее интересные посылки. Чехол Nilkin с функцией Asus Flip Cover для Asus Zenfone Max. Были уже на обзоре неоднократно. Интересно, ну зайдите прямо в верхнем углу посмотрите. Немножко повеселее. Вот если посмотреть сюда, то становится понятно, что, скорее всего, эти телефоны не MJ отправляет эти телефоны, а кому-то кидает транзитом деньги и, собственно говоря, тот отправляет. Дропшиппинг, или как это называется? Забыл, как правильно. Вот. На распаковках уже это было, но в этот раз что интересно. В этот раз у меня пришли стекла от моего любимого продавца на непосредственно Blackview A8. Мне очень интересно, насколько это стекло к нему хорошо подойдет. Потому что предыдущее стекло, которое у меня к нему пришло, было просто ужасно. Значит, все то же самое, да, как у нас обычно. Это синенькая тряпочка, спиртовая салфетка и поглотители пыли. Ребят, неоднозначно как-то вот, скажу честно. Да, давайте другой стороной повернем. Смотрите, да, то есть вот пленка, которая была наклеена на телефоне, она у нас заканчивается вот здесь. А стекло у нас закругленное идет вот так. При всем при этом, ну, здесь начинается закругление самого стекла телефона. То есть по отверстиям и по ширине, да, вроде как вот таким вот образом все выглядит. Сложно мне судить, насколько это правильно подогнанное стекло. В принципе, это существенно, по-моему, лучше, чем предыдущее, но, может быть, и не лучше. Как-то вот не могу, ребят, я дать окончательную оценку. Ну, как минимум, само по себе стекло, да, достаточно прозрачное и симпатичное. Пришло без повреждений, да, от повреждений нас спасают по бокам китайские палочки. Набор, да, набор хороший, то есть это не стандартный, знаете, там вот есть у них сухая, влажная, да, там две салфетки, это вот прям вот симпатичный, хороший, нормальный набор, да, нормальная упаковка. Цена, ну, как обычно, там цена, насколько помню, где-то в районе там 150, может быть, рублей, то есть, в принципе, невысокие деньги. Значит, ребят, еще раз, да, телефоны, которые у меня регулярно на обзорах появляются, это Blackview A8, Asus Zenfone Max, Lenovo VibeShot. Сейчас идут еще некоторые модели, которые у меня есть в наличии. Вы можете купить ровно по той цене, что они стоят у продавца. Ну, с вас будет дополнительно пересыл Почты России. Ну, пересыл Почты России стоит там где-то в районе там 300 рублей, если это просто посылка пошла. Если она пошла с курьером, ну, где-то там в пределах там 700 рублей. И вам там на дом принесут, если у вас эта услуга поддерживается. А скоро допилю еще одну распаковку. Ну, открою небольшой секрет. Да, у меня пришла экшн-камера. Я как бы там покрутил, повертел, посмотрел, ознакомился, понял, что здесь снимать на нее неинтересно, да, надо ехать куда-то. Подумал, да, там, ну, скоро поеду, судя по всему, куда-то. Говорить куда не буду. Насколько тоже не буду, поэтому если какое-то время видео будет отсутствовать, скорее всего, я улетел. Вернусь, покажу, что там было хорошего.
За 7 видео, думаю, надо заканчивать. Заходите в группу ВКонтакте, смотрите отзывы, оставляйте отзывы, подписывайтесь на канал, комментируйте. До скорых встреч!